А, ну маулерки только одну руку не зидять, а все и зидять. А подожди, у меня сейчас есть время. А, ну да. Блядь. Я сейчас забью до татуировки, мы по самую пичку. О, Саша Курченко зашла. Сашенька, дорогая моя, где ты, блядь, скажи мне? Птичка моя. Да, птичка, т.д. Я жду такси домой. А где ты, на улице находишься? Я тебя попросила скинуть адрес, чтобы я приехала в гости. Нет, не видела ты, наверное, да? Я тебе тут напомню, скинь мне адрес. Подожди меня там. Классные татуировки, да, классная. Вот еще классная собака, которая пытается залезть на диван. Банзу! Иди сюда. Скажи папа. Скажи папа. Скажи Питер Пен. А ну, давай. Но, нельзя. Алиса, скажи. Ой, Алиса. А что мне будет за это? Поебал, ебать. Алиша, сказать. Продолжаем. Вот ты шлюхи меня прогнали. Я тебе говорю адрес, скинь. Как траву, ведь я не могу ее. Я люблю тебя больше, чем курить, больше, чем больше, чем врачи. Я люблю больше хапать, чем кого-либо хапать. А нюхать, не? Под мышки. Юля. Нормально. Да они не пустят. Там не похуй, двери вышибу, блядь. Ведь я не могу её сказать мне пизду нахуй. Саня, я говорю адрес кинь, пока чтоб ты не тратила зря бабки сюда и потом обратно. Лера, ты можешь включить песню? Если ты захочешь, я брошу курить. Алиса, включи песню. Если ты захочешь, я брошу курить. Молодец, Алиса, лучше. Да, Саша, я тебе еще раз говорю, скинь мне адрес. Блять, в личку скинь адрес, все, минус проблема в твоей жизни, блять. Лера, го мутить. Что пишешь? А, да, летсбоу, давай, похуй. Как дела, девчата? Девчата. Саня, я говорю еще раз, скинь адрес. Я одеваюсь, блять. Саня меня любит, блядь. Собираемся, девочки, меня Саня любит, уезжаем. Одеваюсь, Рома меня любит. Юля, ты такая спокойна, там мы. Да, Юля просто... Девчата! Шо? Шо? Как бы она банку взяла, было бы хорошо. Лера, покажи вот так вот. Девочки, привет, Сахалин. Сахалин. Яка ваша улюбленная тату на теле? Вот, моя вот. А что то? Мама. А. А в мене... Знаем. Знаем, Юля, знаем. Твои знают, а чужим знать не надо. Юляшка, ты огонь! Юляшка! Огонь. Давай, давай правильно считать. Огонь, 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 огонь. Огонь, 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 Юляшка. И гнорсики, фу. Везде огонь. Я вообще огненная, мадам. Лера, боже, как я кайфую, у тебя такой вайб. Водила, чувствует мой вайб, начинаешь шиковать. Алиса! Включи песню, водила, чувствует мой вайб. Бужу, конечно, конечно, конечно. Пляшка оскорбляла всех русских. Вы гоните, что ли? Пляшка, как-то Я не пожал им руку, потому что не знакомы. Я не пожал им руку, чтобы знали, я все помню. Это Это моя машина. Водила чувствует мой вайп, он начинает шишковать. Молодой пушит, а что, я должен все забрать.
Нет, ну ты собираешься чтоб работать, а не спать. Тебе, ну, я есть татуировки. Я не буду так возилочку, но занимается. У меня есть татуировки. Лера, вот еще одна татуировка. Как видишь, я уехал под моей уже ОПП. Видишь, Лер, татуировка. Вижу, Юля! Новая татуировка. Она просто, я ставлю лайк, блядь, и делаю репост. Это мою кровать. Лера, что с бакулей? Что с бакулей? Что с бакулей? Скажите нам, что с бакулей. Лер, у меня есть татуировки. Откуда? Не скажу. Сама любимая моя татуировка, Лер, сейчас покажу. Сейчас. А на сиську показывай? Не, сейчас, подожди. Начинаю чешковать. Мало того, что ты трое должен все забрать. Давай, любимая. У нас чтобы работать, а не спать. Тебе тут нечего ловить, я не буду брать. А делать с моим вайпом, понимаете, он едет. Миллион лет вас вместе в эфире не было. И нам только вчера, позвать. Блядь, мы были вместе в эфире или позавчера. Это было миллион лет назад, да. Алиса, включи песню, потому что даже тесно. Блядь, это пиздец, все справа. Песня тесно. Осторожно. Ая, тихо, привет. Пиздец, срочно нужно искать, то, делать брови, потому что пизда. Я говорю, давай я набью. Давай. Давай. Приезжай. А, я, да. А, бля, ты знаешь, что вызов тату-мастера на дом? На дом, на дом. Стоит дороже. Ничего, как-то рассчитаюсь. Как талант вез? Как ты тихо? Йо, нам интересно быть вместе. Так, сейчас как тихо. Че-че? Как тихо, так же, как по-тихому, но не по-тихому, но не тихо. Как-то так это прочитала. Что вам не спится? Я пью пиво. До скольки будет эфир? До послезавтра, блядь. Сутки, блядь. Что думаете по поводу 7-го сезона «Пацанов»? Я не смотрела, ничего не могу. Мы не думаем о нем. Да, хотя я знаю очень какую-то такую, очень глубокую, блядь, информацию, которая нигде не распространится, но, блядь, я промолчу лучше. Ой, наркоманки ваши, мой сезон, блядь, наркоманки. Это точно тихо, ошибочная. Тихо, ты что там, как, что делаешь вообще? Да, это точно мудила, твой любимый парень, слушай, не видел. Это точно, как долго. Тоже пиво хочу. Только Лера может. Потому что я перед закрытием магазина подумала. Думаю, Лерусь, сходись, я возьми 5 банок. Будешь жить нормально. Виолетта классная. Здесь Лера. Здесь нету Виолетты. Да, Виолетта, ты классная. Да, Виолетта, ты классная. Заебись вообще, Виолетта. Виолетта, ты заебись вообще, бля. Виолетта. Да. Таких, как ты, не видел мир. Да. Кстати, да. Кстати, ты, да, единственная такая, да, кстати, да. Вам нравится вилка 7-го сезона, пацан? Вилка? А вони що, не ложками їдять? Їм що, вилки дають? Єбать, вони... Аліса, там... включи пісню Eminem. Eminem? Eminem. Опа. Та я готовлюсь к сну. Какой лайк, тихо! Как много комплиментов. Да. Это все для вилки. Мы любим вилку. Да, я ложки люблю, чайник. Есть у чайни ложки? Кофейные, блядь. Юля, подожди, пожалуйста, я схожу подписываю. Могу терпеть. Давай, подожду. Так, а переключи музыку. Нет! Алиса, поставь паузу. Все, иди, иди, Пися, иди. А я...
Я сейчас скручу звук тебе, поняла? И выключу микрофон. Я думаю... Юля, пожалуйста, не включай, прошу, не надо, не надо. Алиса, звук есть. Скручу ты нахуй. Олеса, поставь паузу! Олеса, блядь, паузу поставь! Олеса, паузу поставь! Паузу! Олеса, переключи! Ты уже подписан? Алиса, включи песню «Холодно». Холодно. Без тебя так холодно. Нет. Алиса, включи песню «Холодно». Как она при этом? Включаю Крис Янг. Песня «Холодно». Нет, это не она. Алиса, пауза. Алиса, включи песню «Холодно». Без тебя так холодно. Включаю НЛО. За. Да. Песня «Холодно». Да. А ты ремикс. Ты ремикс, Макс. Ебать. Алиса, включи песню НЛО. Какой Оксимирон? Алиса, включи песню НЛО. НЛО, улетай с ней на зло. Включи Дана Соколова. Да, точно. Точно, ты угадала. Сейчас просто попоем. Лера, тебя уже 3 человека просто. Ты что дальше? Я хочу диджей, блядь, деньги платить. Правильно. Ебать, Лер, ты молодец. Давай, нахуй, у нашего подъезда сложная верхняя. Улети, как НЛО, 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 наше время истекло, и пока занесло. Улети, как НЛО. Это песня «Виолетты» Малышка. Вот так.
охуяли. НЛО, 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 НЛО. Не пройдет. Кто? Пишут. Как? Алиса, 27. Калевис 330 не пройдет. Ну и вправду, ничего, да, в 330 не пройдет. Среди планет. Блядь, я этим флотом закинул, это просто. Трек бомба, согласна. Бомба, петарда, пушка, ракета. Ракет. Алиса, включи Артик и Асти, последний поцелуй, блядь. Алиса, звук 10. Пошла. Сотрясая пустоту, не забрать этот пас. Давай на чистоту, лучше больно, но сразу. Без тебя я не умру, 9 жизней и 8. Удобнейше сидаем мы и начинаем пытаться медитировать. Медитация сложна. Я не признаю, что ты все. Валерия, что за повод? Нет никакого повода. Мои глаза никто не скроешь, наверное. Я снова жду, когда ты добьешь. Все мысли о тебе, но не звоню. Сразу поняла. Я танцую.
мы с тобой. Да, я плачу. Снова сносишь, как мои дела. А ты мне нужен просто чрезвычайно. Мы с тобой лично знакомы. 24/7 на бьется, бьется, бьется сильно от каждого смена. На мой мобильный парке оставьте меня в покое. Я не становлюсь, меня не скроют. Лишь полегали терапия. Я все решила наверняка. Я никогда еще так сильно не любила. Сильно. Для Леры танцевала все мимо. Понятно, блядь. А як я тверкала, ты бачила? Юля, еще раз хочешь? В смысле? Еще раз давай. Ладно. Да пошу. Давай, давай. Че, давай, давай. Класно. Вообще, Юль. Ты это тема. На! О, это тема. Алиса, 7-10, звук. Алиса, звук 10. Песня заснула. Да. Забери душу назад. Мне уже нравится, что мы так. Хочешь, сейчас с тобой буду быть? Лера. Хочешь, я с тобой буду быть? Ты боишься? Не надо. Чего? Одно место в эфире с песня Монт и я. Она называется «Все набывает». Вот и я. О, Лера уже пришла. А что это такое в тебе в руках? Что это такое в руках? На берегу! Смотри со мной. Сначала. Вот так здесь. Я так сделал. Так все тело. Научила меня ждать, я тебя страдаю, важно это ради, а не мое.
А мы сейчас с Лерой будем бухать в эфире. У меня последний банк был. А мы не поменялись, мы далеки. А мы не поменялись, мы погани, мы далеки, блядь. Изменил тебя проект. Вообще, блядь, что везет. Алиса, продолжаем. Давай, цокнемся. Сейчас я открою, подожди. Алиса, дальше. Алиса, дальше. Алиса, включи за лимбо софиты. Включаю за лимбо. Песня софиты. Вот кому хорошо живется. Кому? Покажи, кому. Отрыжка. Чем заняться сейчас при всем? Пей пиво, живи красиво. Я все, уже набухалась. Оно не вкусное. Да, я уже пьяна. Приглашаю на пиво вас. Макс тоже ждет. Мы тебя... Я готова даже билеты взять. Берите билеты, я еду. Натуре, берите билеты, я еду. Куда? В Польшу. Ты в Польшу стоит? Так, лопоха, да, давайте только... На неделю, чтобы я на выходные была здесь, я пошла на работу. Слышишь, так я в Польшу тоже. Алиса, пауза. Что? Алиса, пауза. Можешь тоже в Польшу приехать. Юля. Можешь в Польшу приехать. Я говорю. А я часто будешь реально ехать, это... Якщо ти будеш реально їхати в Польщу, то тобі треба буде зустрітися з моєю фанаткою. Що треба? Буде треба зустрітися в Москві з Поліною. Зачем? А яка Поліна? Дівчинка моя одна є в Москві, там, в Польщі. І що тобі... буде? Ну, вона тобі щось передасть. Хорошо, вообще похуй, Юля, блядь, если мы в Польше встретимся, let's go нахуй. Так давай. Я с Максом, на когда у нас отпуск 17 декабря, давай на Новый год к нам, Юля. Что, на Новый год? Да. Я хоть, что, Новый год встреча, а то я думала, что тут Новый год. Ну что, ну если ты будешь реально ехать, то ты выйдет. Сразу. Вот. Там. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, шесть буду, блядь. Да. Затусим. Ой, блядь. Как вы думаете, блядь, мы встретимся в Польше на Новый год, нет? Короче, решайте, мы... На полном серьезе. Так мы тоже сейчас не шутим, ну типа вообще нет. Ребята, блядь, я настолько хочу уехать сейчас на данный момент куда-то, хотя бы не будет, блядь, на недельку хотя бы. Хоть завтра я еду, хоть завтра. Девочки, купить завтра Лере на завтра, на послезавтра билет на Польшу, мы уже послезавтра с ней встретимся. Аж, мы уже будем уже. Да, и мы не можем. Блядь, Юля, мы с тобой не виделись полтора года. Нет, год будет скоро, год. Який уже год, мы не бачились год. В ноябре. Что, а сейчас что? Октябрь. Сейчас не ноябрь? Октябрь.
А у меня есть на БТ этот татуировка. Не знаю, мне интересно, у меня, ну, типа, есть тут в России РВП, вид на жительство. Меня запустят обратно или мне придется в Украину ехать опять? Да не, запустят, потому что даже есть вид на жительство. А прикинь, нет? Не, запустять, якщо в тебе є вид на жительство, запускають, а якби ти просто була туристом, типу, могли б не пустити. Зараз. Макс теж говорить уже давно, щоб ти приїжджала. Скажи Максу, нахуй білет покупати, я їду. Просто в мене зараз нет лишніх бабок, щоб покупати білет. Ба, я купаю. Ну, вообще, було б здати, якби були лишні там пару тисяч на білет, так? А скільки вообще білет стоїть в Польщі? Ну, з України в Польщу 1500, а з Польщі, я думаю, ну, так, по деньгам. Ні, то похуй, завтра можу купити. Ні, ну, мені треба ці вихідні по-любому відбути. Де? Давай, цей. Все, банально, нахуй, в Польщу, що за вопрос, блядь? Я буду хотіти дівчинку в Польщі на завод. Да, какой завод? Я работаю в клубе, мне охуенно. Нет, я хочу туда просто приехать потусить. Вот давайте, это... блядь, сдыбаемся на том, что я приеду туда просто потусить. Смотри, какой у меня красивый хвостик. Пиздец, как у павлина. Алиса, продолжаем. Юль, на стул гонит. Значит, в Польше встретимся, да? Да я влюбляю тебя снова. Очень важно. Так, а Юля... Алиса, пауза. Так, а Юля тоже приедет в Польшу с тобой? Ну, смотрите, я еду в Польшу, Юля тоже может приехать туда. А Лера будет с Москвы ехать в Польшу, а я с Киева. Если меня тоже купите билет. Если вы хотите посмотреть. Что 110к с Москвы билет? Вы что, ёбнулись? 110к? Да не гоните, блядь, ебать. Шо, блядь? Что за хуйня? Какие 110к вы что, ёбнулись? Если вы хотите, чтобы Юлечка и Лерочка встретились, то вам надо купить Юлечке и Лерочке билетики. Ехать, правда? Тогда будет эфиры 24/7 совместно. Да. Будем спать с эфиром. Да. Мы будем спать с эфиром, вообще мы вам таке покажем, наконец. Это неправда. Олеся, я тебе верю. Посмотри, пожалуйста, сколько напиши. Я сделаю френч. И буду больше с вами. Я беру ногти нахуй. Уберешь нахуй ногти, чего? Я просто. Шутишь? Лер, потом поговорим об этом. Лера, потом поговорю об этом, я поговорю с Максимом, решим с тобой. А Юля пускай думает, ей тут тоже будут рады. Юля пускай думает, а Юля сам... Ебать, а вам Юля уже говорит, что она согласна. Ладно, Юля что-то придумал. Вы сначала Лере скажите, как приезжать. Давайте раньше, блядь, чем Новый год, пожалуйста. Да, давайте раньше, давайте максимально через неделю. Через неделю готова плохо вообще. Выезжаю в любой день недели. А я тоже. Ну, с понедельника заканчиваю четвергом, чтобы я уже, блядь, в пятницу хотя бы утром была здесь. Они пишут, ну Леру еще можно как-то говорить на это, тебя не знаю. Да Юля вон вам говорит, что она согласна ехать. Да, Юля согласна. Юля согласна, потому что там будет Лера и ну типа давай согласна. Ебать. Чему Юля не принимает завтра? Что за, коллаб опять собирается? Что за коллаб? Ну его нахуй. А я говорила, что Банчича буду возвращаться. А я говорила. А я знала. А я знала все наперед. А я сказал, что хочу. Алиса, продолжаем. Алиса! Алиса. Да, послушай песню.
Можешь включить песню по барам? Алиса, включи Анна Асти по барам. Включи Анна Асти, песни по барам. Алиса, пауза. Ну, блядь, если мы через неделю встретимся, Юля, нахуй, у меня уже сердце. А у меня тоже. Это будет весело, это будет классно. Но тебе надо встретиться перед тем, как приезжать в Олимпию. Да бог вообще. Да, пишешь, блядь. Да, а? Там дуже багато пена, вона мені хоче передати. Люблю, просто обожаю тебя. Меня, надеюсь, Олеся? Я думала, меня. Нет, Юлечка. Это. Так ты мне предлагаешь, блядь, помимо своего, нахуй, какого-то, блядь, там, чемоданчика, то есть тащить еще твоего Питера Пэна? Не, ну там, афиг, чашка, вот так я, знаешь. Вот прям. Так. Алиса, продолжаем. Я уже фанат билетов, хочу автограф. Надо покупать билеты на почту. Сотню раз, пока я не остыла. Но ты не понял при последнем разговоре. Так последнего разговора даже не было, блядь. Как понять, что это был последний разговор? Блядь. Пандер, не поможешь мне игрушки на... Я карай, я твоя карма, ты найдешь мне мой типаж. Но это вновь не я, мираж. Будет еще какая-то другая песня? Алиса, дальше. Алиса, включи Анна Асти «Хобби». О. Включаю Анна Асти, Филипп Киркоров, песни «Хобби». Сейчас я заплачу, блядь. Блядь, Юля, если через неделю в Польше, то... Да, было бы очень пиздато. Иди сюда, иди сюда, иди. Отпустит, поверь, со мной так было. Алиса, пауза. Что? Я спеваю песню. Алиса, продолжаем. Ну, Алис. Алис, в чем проблема? Алиса, продолжаем. Только ты еще не знаешь, что... И вроде те же песни в моей листе, а уже не о нем. А ты будешь на берегу океана, смотреть придёт близко, с кем-то очень искренне. А пока кровоточит рано, давай еще повисну. Твое небо, твое море, ты ему детку, он говорит, он звонит ночью, ищет твою ванну, ты один уж точно, ты идёшь по плану, ты кричишь от боли, что трещит динамик, ты его ходит, он опять динамит, снова жжёшь нервы, если так что же, лучше быть полным сердцем, чем на тебя уже что ложить. Классно песня. Алиса, я якось вообще потрепанно выгляжу, шо? Так, если что, давай все равно встретимся, даже если так, билет мне не купят, давай все равно, я его куплю, и ты приедешь в Польшу. Ну, давай. Я серьезно. И я серьезно, давай.
Ну все, блядь. Только да, найти по 1500, блядь. 1500 гривен тебе надо? Ну да. А, блядь. Сбор в Инстаграме, нахуй. Юля на билет до Леры. Так, мне страшно представить, когда мы встретимся, это же Польша, пизда. Тебе страшно? Не бойся, Олеся, не бойся. А кто это такая? Олеся, это, короче, с моего города был Макс, ну, типа, друг мой. И он там с Олесей познакомился в Польше, мы с ним что-то разговаривали по видеосвязи, он познакомил меня с Олесей, мы с ним начали общаться, и все. Вот так. О, прикольно. Я тебя боюсь, малыш, она тебя боится. Ах, зачем? Алиса, продолжим. Алиса, продолжай. Кидай карту. Потом. И мою скинешь потом. Я больше так не могу, когда это кончится, и если с тобой дура, так скажи, как ты выжил. Да другая будет, никому не будет все то, что пусть пока кайфует и целует в губы, больно будет больше. Ты пропал мой друг, ты сам. Почему это зависит в Москве? Я уже не верю в чудеса. И опять повторяю себе. У меня есть вопрос к Юле. Юля, тебя не смущает, что Лера молчала о войне полгода? Нет, меня это потому что все люди имеют право говорить или имеют право молчать. Я не судья, чтобы кого-то судить. Поэтому... Еще горбатно, ты ответишь точно, кто идет по бумагу, ты кричишь от... Ты его копты, он адрегинальный, снова жжешь нервы. Если так, что же, ты что, если ты тебя не дорожишь? Я расступаю, а меня смущает Юля. Юля, похуй. Кого она там смущает? Главное, что Юля. Алиса, включи Рамиль Макан MP3. Включи Рамиль Макан, альбом MP3. Так что, Лер, сейчас мы встретимся, да? А? Мы серьезно встретимся? Алиса, пауза. Серьезно встретимся? Вот уже скоро? Ну, получается. Что мы? Давай в Польше, короче... Что мы будем делать? Давай это, на неделю в Польше снимем якийсь домик. А что там можно? Типа, блядь. И чисто будем... по украинскому паспорту, блядь. И будем это, и будем, ну, типа, блядь, веселиться. А потом... Да, блядь, главное куда-то ехать, я тебе говорю. Главное туда ехать, там уже все разберемся по ходу действия. По ходу дела. Алиса, продолжай. Да, Елена, что я? Послушай. Скажи, я буду знать. Лер, дивись, у мене є хлопець. Та що там? Вот рука його.
Ох, ты сука! Ай, сука, ты выиграла! Ай! Это мой пацан такой. Гад. Дивись, за щечки мене трогає. Ой, та ти ж охуєнка. Ну, на сіську, блядь, питається. Зараз я попробую. Блядь, зубах сир застряв. Не получається. Дай сіську потрогати. Ой, блядь. Да. На дуре, блядь, Юля, если мы в следующей неделе встретимся в Польше, то... Это будет вот так. Иху! Будет... Да. Надо встретиться. Надо. Алиса, звук 10. Продолжаем. Чтобы каждый день я просыпался.